Кроме каски и страховки, нужно еще предусмотреть массу нужных вещей. В мотогонках на льду одних только шипов на колесах почти 300 штук. Об этом узнал сегодня наш корреспондент Петр Неупокоев на тренировочных заездах перед всероссийским турниром. А заодно встретился с семикратным чемпионом мира по спидвею. Вы не поверите, но этому гонщику 66 лет. Сергей Александрович Тарабанько сегодня гоняет под номером первым. Совпадение или нет, но он на самом деле номер один в мировом спидвее. Семикратный чемпион планеты, 12-кратный чемпион СССР. В общем, перечислять регалии этого заслуженного человека можно долго, а лучше познакомиться с ним поближе. Он как раз завершил первую тренировочную серию. Между прочим, он не садился на мотоцикл уже год, и сегодня его первый выезд после долгого перерыва. Мне нравится, все хорошо. Вот начинают вылазить вот эти недоделки всякие. Вот сейчас трос газа вылетел из ручки. Убрать все недоделки, и все в порядке, надо кататься больше. Сергей Александрович в Иркутске не был около 40 лет, но на мемориальный турнир памяти своего друга Анатолия Гладышева приехал и не просто как почетный гость, а как участник основных заездов. Что ни говори, а воля к победе у этого мужчины с годами не пропадает. Это подтвердит каждый из тех, кто сегодня вышел на лед, и в первую очередь старинные друзья Тарабанько. Он сейчас порадует своим выступлением. Несмотря на то, что у него преклонный возраст, 63 года, он в добром здравии, у него хорошая физическая подготовка. И, в общем-то, он готов к тому, чтобы бороться за первое место. Мотогонщик готов, а вот технику нужно подрегулировать. Мотоцикл упорно не хочет заводиться перед второй тренировочной серией. Правда, упрямилась верная Ява недолго. 5 минут, и мировая легенда мотогонок на льду отправляется на трек. Сегодня всего лишь тренировочные заезды. Настоящий экшен начнется завтра на чемпионате. И я почему-то уверен, что именно ветераны мотогонок на льду покажут завтра настоящий класс. Петр Неупокоев, Сергей Полянский. Новости по будням.